Всем привет, и я делаю обзор на сок Рич. Вот он. Это у нас Рич красный виноград. И это самый мой любимый на данный момент сок, потому что он очень вкусный. По мне, это просто очень вкусный сок. Я пробовал вишневый Рич, яблочный Рич, апельсиновый Рич, но вот этот Рич виноград больше всего мне нравится. Итак, друзья мои, что у нас в составе? Виноградный сок, восстановленный, осветленный, для питания детей с 3 лет. Данный сок я купил в Магните за 120 где-то рублей. Приблизительно 120. Где у нас состав-то? Где состав-то? Открытую упаковку, это не то. Не веришь и не поверишь, я не вижу состав. 100% сок. Давай же попробуем налить его в стакан. Вот у нас стакан, а вот у нас Рич. Вообще красный. Как кровь или как компотик. Сразу приятный запах такой издается. Класс. Попробуем. Зашибись. Это просто зашибись. Сладковатый вкус. Чувствуется, как будто пьешь виноград, а не какую-то байду. Воды там, сахара. Не чувствуется, по ощущениям, прям пьешь виноград. Круто. Вот этому соку я дам 5 из 5. Это просто класс. Прям нарисованные. Не мытые, правда. Нарисован почему-то не мытый, с налетом каким-то. Но виноград. Литраж. Ты представляешь, целый литр сока. Целый литр, мать его, сока. Жарамды. Мерзими, ага. Ни хрена не понял. О, тут написано углеводы 17 грамм на 100 миллилитров. Энергетическая ценность 68 ккал. Среднее значение. Без добавления консервантов и красителей. Хранить от 0 до 25 градусов. Это типа просто в комнате ставить. Просто в комнате хранится. Где-то на полу там. Офигенно переливается. Нет, ой, блин, пролил. Но вкус то, что надо. И главное, чтобы... Чем свежее сок, естественно, тем он вкуснее. Когда срок годности подходит к концу, там, даже за месяц, у сока появляется... Привкус такой появляется. Ну, уже неприятненький, сок уже не такой вкусный, и все же лучше брать более свежий, потому что этот привкус не дает насладиться соком. Вот у меня соку прошло где-то месяца два. Два месяца это нормально. А хранится он вообще год. И от этого сока, если его много пить, у тебя чернеют зубы и чернеет язык. Так что нужно быть аккуратным. Перед свиданкой такой сок лучше не пить, потому что придешь с черными зубами. Девка от тебя убежит. Хочу посмотреть отзывы на сок. Вообще от людей. Сок Рич виноградный. Отзывы. Обычно я не люблю соки из темного винограда, но этот 100% покорил своей насыщенностью. И меня покорил, между прочим. Да, цвет у него приятный и качество. Это если свежий брать, естественно. Да, я, кстати, тоже вот соглашусь с этими словами, что пока не ошибался. Сок нормальный. Действительно, не только я виноградный пробовал. Самый любимый сок у меня пока тоже теперь стал. Номер 2. Интересно, какой у тебя номер 1. Золотая Русь? Вот Золотая Русь я не пробовал сок.
Лучше только свежий виноград. Да уж, куда там? Там и так уже как виноград пьешь. Куда еще? Вот да, я узнаю себя, у меня тоже такие вот прям вот эти ассоциации. Для меня он слишком сладкий. Хм. Ну не знаю, чай я пью очень сладкий, поэтому для меня он нормальный. Возможно, для людей, которые много сахара не кладут, может, у них типа чувствительность к сахару более повышенная, типа, и для них окажется сладким. Возможно. Соглашусь тоже. Да, вкусно. Я не пишу, не читаю вот эти все долгие. Главное, в основном, что тут написано, я вижу и соглашаюсь, потому что так и есть, я не просто соглашаюсь. Томатные соки мне вообще не нравятся, я их один раз какой-то попробовал, да и больше не пил. Так, а здесь у нас на другом сайте. Отзовик.ком. Так, тут соки Рич. Люблю соки Рич, написано. Качественные, вкусные, ароматные, хороший выбор вкусов. А недостатки качественные, не может быть дешевым. Да, цена у него, конечно, где-то 120 рублей. Ну так, в среднем, наверное. В некоторых местах, наверное, он по-разному стоит, и где-то, наверное, и дороже. Выбор соков, да, очень громадный. Заходишь в магазин и смотришь. А какой взять-то? Смотришь на цены. Десяти лет. Я, кстати, не так давно сок Рич. Наверное, последние два года. Я раньше его и не пробовал. А вот два года назад... Где-то примерно два года назад я попробовал. Или полтора года назад. Мне очень понравилось. Теперь я иногда беру. Потому что там обычный намного дешевле уже. Разница чувствуется. Сок вишневый. Кстати, да, вишневый я тоже пробовал. И вишневый я пил. Я даже его не допил. Потому что... Ну уж тупо вот... Пьешь вишню, я просто не осилил. Всю пачку я даже не осилил. Он вкусный, но почему-то я не смог осилить пачку Рича вишня. Это нектар, в котором массовая доля сока 35%, да? Верю. Ну, что мне не верить? Сок Рич апельсин и манго. Манго. Вот этот я еще не пробовал, и есть чему мне, наверное, думаю, удивиться. Надо будет попробовать как-нибудь. Так, во, виноградный, наш обзорный сок на сегодня. Это мой фаворит, да? Да, я тоже заметил, что... Вот тут написано про светлый виноград, что часто используют. Да, и я редко вижу, чтобы красный использовали. Тоже? Блин, люди пишут, и я соглашаюсь, потому что так и есть. Это так и есть. Так, установлен осветленный. Это я все говорил, да, цвет у меня такой же. Ну, у меня, конечно, не такой бокал, но все же. Аромат вкусный, бесподобный. Соглашусь с вами. Санкис, солнечный поцелуй. Ну вот, отзывы хорошие об этом соке. От меня слова тоже хорошие об этом соке. Так что ничего плохого про сок не могу сказать, он... Достаточно вкусен. Надеюсь, если вы не пробовали, попробуйте виноградный. Думаю, вам понравится, потому что это вкуснятина. Главное, почти близкий к просрочиванию не брать сок, потому что он уже будет не такой. Бяка будет. Рекомендуют 86%. Смотри-ка, бяки не 100%, а 86%. Надеюсь, вам понравился данный мини-обзор. Это просто по приколу так снял.